марш Мендельсона как-то вдохновляет. А я нет. Я считаю, что это какое-то безобразие. От Кати всего можно было ожидать, но чтобы опоздать на собственную свадьбу, это слишком даже для нее. А я говорила, надо было ехать с ней. Ну сколько ей лет? 5? Чтобы с ней нянькаться? Мягко говоря. Поздравляем, поздравляем. Поздравляем. Слушайте, давайте я за ней сижу. Позвоните. Алло. Алло, Кать, ну ты совсем что ли? Вы уже следующий свали. Да вот, пока встреча закончился. Севка сейчас выйдет, я платье надену и бегу. Друзья, да не надо, Серегу. На такси здесь 5 минут. Не волнуйся, влезу. Я тут 2 недели на кефирной диете. Хорошо. Валя, не волнуйся, она скоро будет. Да мы и так уже одну свадьбу пропустили. Еще и мама с дядей опаздывают. Хотя, слава богу, если бы они приехали бы раньше, то я не знаю, что было бы. Итак, только что завершился показ модного кутюрье Всеволода Вострикова. Его новую коллекцию Fashion Life давно ждал весь бомонд нашего города. А, господин Вострикова, можно вас на пару слов? Спасибо, пресса. Я счастлив. Ага. Как вы понимаете, мода нужна всем. А сегодня она поддержана даже на государственном уровне. Обратите внимание, это может засвидетельствовать мой старый школьный товарищ, а ныне сотрудник городской администрации. Так это значит, что вы вместе с господином Гранатовым учились в школе? Все 10 лет. Коля! Коля, ты помнишь, как мы с тобой прогуливали ботанику? Простите, вынужден попрощаться с вами сейчас. Жду вас в моем бутике. Спасибо большое. Спасибо вам. Сев, ну мне же в ЗАГС пора. Сев, забыл. Пойдем. Так, давай сейчас скидываем материал на флешку, я отвезу ее Звонцову. А ты тащи оборудование в студию и жди меня дома с вещами. Пойдем? Пойдем. Организация на высшем уровне. Ну что ты волнуешься за организацию? Будешь на своей свадьбе волноваться? Хорошо, что не моя. Потому что я не хочу такого ЗАГСа, все такое. Я хочу, чтобы у меня была свадьба где-нибудь на Мальдивах или в Венеции. С гондольером. Да, с гондольером. А что, уже есть кандидат? Ты знаешь, сегодня я оформляла очень импозантного мужчину. Он... алмазный магнат. Пригласил меня к себе на открытие магазина. Так что, возможно, перед вами стоит будущая алмазная королева. Так что мы все еще посмеемся. Слушайте, я уже больше не могу ждать. Я пойду вниз, там их подожду. Я тоже. Ну, давайте все вместе уж как-то. Слава богу, влезла. Ты мне что, за лоха держишь? Слить меня хотела. А я вот, живой, как видишь. Хорошо, Коля. Короче так, делиться не захотел, теперь все, отдашь за молчание. Якутов, не боишься? Вот ты и бойся. А мне ничего. Я труп, Коля. Мам, Ну, конечно же, ждем. А вы где? Уже подъезжаете? Ага, все, ждем. Ну что, Катя далеко? Родители уже едут, а Кати до сих пор нет. Невероятно просто. Ну, что делать-то, а? О, Катя! Катя! Спасибо, наконец-то. Ждем. Я букет купил. Ой, букеты купил, держи. Все. Катюня, ты такая красавица! Какая ты красивая! Какое у тебя платье красивое! Оно тебя очень стройнит. Да. Боже мой, девочки, как страшно! Что, замуж выходить? Да нет, с мамой на свадьбе знакомиться.
Она что, монстр, что ли? Нет, она профессор мирового уровня по протоколу этикета. Даша, скажи, что она защитила диссертацию на тему, как есть омара. Боже, мне кажется, ей очень не понравятся мои манеры. Все хорошо. Ой. Там родители. Дай на тебя посмотрю. Красавец. Ну, куда мы идем? Вон. Мы с тобой, Катя, мы с тобой. Угу. Вот это моя мама и дядя. Здравствуйте. Здрасте, мама. Здравствуйте. Катя. Екатерина. А что это мы здесь стоим? Нас там ждут. Пойдемте скорее. Да. Да. А ну, Екатерина, вперед. Боже. Пойдем, мама. Да. Катя, проходи, проходи. Завтра, как обычно, в 9. Новобрачные. Кряквин и Дронова, где вы ходите? Проходите, пожалуйста, в зал. Люша, самолет задержали. Ты же знаешь, всегда проблемы в этой стране. А потом, это очередь на паспортный контроль. У меня практически мигрень началась от всего этого. Люша? Мам, можно я на свою свадьбу белое платье надевать не буду? Как-то это совсем не современно. Ты уже собралась? Да нет, пока. Ой! Что такое? Что случилось? Иди, ногу иди. Ногу подвернула. Сильно? Не, ничего, нормально. Пройдет? Да. Девушка, а? Девушка, можно вас на одну минутку? Помогите мне, пожалуйста. Вы не могли бы передать эту флешку Андрею Званцову? А кто это? Дядя жениха. Это запись телерепортажа телекомпании, что? А я, к сожалению, никак не могу быть на церемонии. Да, конечно. Скажите, что от Насти Лукьяновой. Хорошо. Он знает. А вас как зовут, на всякий случай? Ирина Снегирева. Ирина Снегирева, спасибо вам большое. Спасибо. Ага. Привет. Ну что, ты флешку Званцову отдала? Ага, супер. Слушай, Настюх, ты где? Опаздываем, такси пора вызывать. Тихо, не дергайся. Кому ты говоришь, она флешку отдала? Званцову. Выпускающему. Редактору. А копии? Копий нет. Совсем? Есть одна у меня на карте памяти. В камере. Давай карту быстро. Новобрачные, можете поздравить друг друга. Можете поздравить новобрачных. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Катюня. Будьте счастливы. Спасибо. Ура! Поздравляю. Катюня моя. Самая красивая. Самая красивая. Извините, меня просили вам передать. Что это? Это флешка с телерепортажем от Насти Лукьяновой. Кто такая Настя? Какой репортаж? Я не понимаю. Вы Андрей Званцов?
Нет, деточка. Я Ираклий Генрихович Лазовский. Я никогда не имел и не намерен иметь дело с телевидением. Простите. Извините. Все хорошо. Сейчас. Простите, сейчас, пожалуйста, сейчас, как фамилия жениха, который регистрировался до нас? Его фамилия Звонцов. Звонцов. Спасибо. Ну все, девушка все перепутала. Звонцов регистрировался до нас. Время-то поменяли. Слушай, а может, они внизу фотографируются? Хотя вряд ли, там по 5 минут и выгоняют. Ну вот. Слушайте, если я через полчаса не сниму туфли, то у меня просто ноги отвалятся. Давайте быстрее в ресторан. Все, идем, 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 идем. Ну а сейчас давайте крикнем «Горько!» Горько! 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 Ну что, дорогие друзья, за молодых! Ура! Ура! Звон бокалов! Друзья, а знаете, что делает свадьбу свадьбой? Что? Ну, конечно же, первая брачная ночь. Не торопитесь, юноша, не торопитесь. Это то же самое с собой, но я сейчас говорю о танце молодоженов! Вау! Все хорошо. Посмотрим. Давайте смелее, смелее, против, против. Молодцы, давайте! Смелее, ребята! Какой танец? Мы же даже не репетировали. Не бойся, я тебя поведу. Она явно не Жизель. Брависсимо! Брависсимо, молодожены! Браво! Молодцы! Молодцы, ребят! Овации! Овации! Молодец! Друзья, Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один! Браво! Ну что, было смешно, мне все понравилось. Да? Я только не понял, зачем ты, извини, пирожки прятала в сумочку. Это для Катьки. Я ей потом в туалет носила. Господи. Да, понимаешь, свекровь ей всю свадьбу в рот смотрела. Ну, а Катька, ну, она так не может. Потому что свекровь, ну, свекровь так хорошо сохранилась, что с молоду фигуру свою блюдет. Ну, да-да-да. Рядом с такой теткой любая барышня почувствует себя замухрышкой.
Пригласишь? Давай в другой раз, а? Наташка уже отдыхает. У нее завтра первый рабочий день, между прочим. Да, не понял. Она решила подзаработать. Так. Устроилась к соседке с ребенком сидеть. Хочет Жене подарок сделать. Ну а что, меня попросить не могла? Я бы с удовольствием. Ну вот еще. Не надо ее баловать. А потом, ты же не миллионер. Зачем нас Наташкой на шею сажать? Ир. Ну что мы как неприкаянны? Так и будем Наташку бояться. Ты свободный человек, я, в общем, тоже свободный человек. Может, пойдем путем к Кате и... Я подумаю, ладно? И долго будешь думать? Тебе как? В днях, часах, минутах? Ир, слушай, ну ты просто объясни. Я, в конце концов, не на заклание приглашаю, а в ЗАГС. Ты меня приглашаешь, как бы тебе помягче сказать? К полному, тотальному контролю. Ты даже не замечаешь, ты меня постоянно опекаешь. Кто, я? Да? Я тебя опекаю? Угу. Ну да, я тебя контролирую и опекаю, потому что я за тебя волнуюсь. Потому что постоянно попадаешь в какие-то дурацкие истории. Тебя же хлебом не кормить, дай какое-нибудь расследование начать. И это мне говорит профессиональный детектив. Вот именно. И вообще, знаешь что? Одного сыщика на семью достаточно. Знаешь что, я обещаю, я перестану тебя контролировать. Mm. Да, как только ты мне пообещаешь, что перестанешь изображать из себя мисс Марпл. А, то есть мои логико-мыслительные навыки у тебя восторга не вызывают? И все-таки я полагала, его выбор будет более элегантным. Молодежь. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали. Из-за границы лекции отменили. Ну, мы же не могли пропустить такое важное событие в жизни Люши. Спасибо, дядя. Ну, вам-то понравилось? Ну, все в традиционно русском стиле. Тамада, тосты, пьяные гости. Такой своеобразный национальный колорит, шарм. И тем не менее, мы поздравляем тебя, Люша. Спасибо, мама. Милое платье, но оно как-то вот показывает все недостатки вашей фигуры. И эта прическа, она вас несколько старит, моя дорогая. Да просто не успела сделать то, что хотела, и столько всего навалилось. Да-да, конечно, я понимаю. Первый раз замуж в таком возрасте, конечно. Ну что ж, мы в пятницу улетаем в Лондон. Там премьера паяцев, у нас ложа. Я надеюсь, что вы пригласите нас к себе накануне на, так сказать, прощальный ужин. Конечно! Конечно же пригласим! Ну, да, конечно. Мам, мы всегда рады тебя видеть. Тогда до встречи, мой дорогой. Дядь. Вам следовало бы подумать о том, что жена профессора, ученого уровня Люши, должна быть более элегантной. Моя дорогая, ну, всего вам доброго. Сыночек, идем, Ираклий. Дочка. Спасибо. Мне только что сказали, что я не леди. Нет, я, конечно, знала, но за 4 дня я ей точно не стану. Катюш, маму нужно слушать до 10 лет, а потом просто поддакивать. Валя, ты должен мне помочь убрать квартиру. Срочно! У меня лекции. У тебя всегда лекции. Валя, мы не должны ударить перед мамой в грязь лицо. Катюш, ну сейчас такой вечер. Давай просто посидим, отдохнем, а? А все потом, потом. Пойдем. Все гости разошлись. Мы сможем немного вдвоем посидеть.
известного кутюрье Всеволода Вострикова. Его новую коллекцию Fashion Life давно ждал весь Бамонт нашего города. И сегодняшний показ посетил зампредседателя комитета по культуре городской администрации Николай Гранатов. Давайте поинтересуемся его мнением о новых модных тенденциях. Господин Гранатов, что вы скажете об этой коллекции? Интересная коллекция. В ней явно ощущается настроение. Йош, чего ты, соскучился? Ну что ты в этом роде? Мода давно заняла важное место. Сейчас я с тобой поиграю. В нашем культурном пространстве. И вообще я считаю, что Катюня, эфирная диета. 2 недели не ела. Сейчас я сохраню компромат. Готовился к интервью. Так. Яша. Ты собака хорошая, такая лохматая, ушастая. Брачный завтрак? Я в восхищении и в предвкушении. Так, садись восхищаться за стол. Я тебя буду угощать каннеллони, вегетарианскими. Хватит кусочничать и питаться абы как. Теперь только домашние рецепты. Я согласен. Кстати, а эти каннеллони... Каннеллони. Каннеллони. Чем едят? Вилкой или ложкой? Каннеллони едят с восторгом. А если будешь издеваться, вообще будешь есть палочками. Все, все. Молчу, молчу. Приготовил рот для каннеллони положения и восхищения. Вот и молодец. Что? Так. Это же ужасный вкус. Я сейчас сделаю тортилью. Слушай, давай просто кофе и с этим, с какой-нибудь колбаской, с сырком, все. Ни в коем случае, тортилья, мексиканский завтрак. Да какой мексиканский, у нас он был уже итальянский. Да, может быть, не будем больше упражняться, а? Валя, иди убери весь этот ужас в гостиной. Так, какой там ужас, нормальная гостиная. Иди! Наташ, я тут собрала кое-что. Но ты, главное, не волнуйся. Просто будь очень внимательна. Ребенок совсем крошечный. Мама, у меня и так сейчас сердце выпрыгнет. Главное, слушай все указания мамы. И не паникуй. Если что, сразу звони, поняла? Хорошо, только ты телефон рядом держи. А ты куда сегодня собираешься? Ну, для начала съезжу на телеканал, отдам флешку. Все будет хорошо. Девушка, простите, мне нужен Андрей Звонцов. Он же здесь работает? Звонцов? Да, работал. Но вы знаете, он, в общем, он вчера от сердечного приступа умер. После свадьбы племянника. Его прям в машине нашли. Простите, мне нужно идти. Кошмар. Степанов, ну ты где ходишь? У тебя через полчаса эфир. Боже, что у тебя с лицом?
Так получилось. Тебя ж уволят, ёшки-петрёшки. Вот так нормально будет? Шанс есть. Бегом на грим! Кидайся, гримерши, в ноги! Ой, простите, пожалуйста, а Настя Лукьянова сейчас здесь? Лукьянова появилась? Нет, вообще чума. И репортаж вчера не сдала. У нас и телефон отключен, да наш сегодняшнего дня в отпуске. У Антипова телефон не зоны. Вот нормальные люди так всех подвести. Скажите, пожалуйста, а как мне флешку ей передать? Да уже поставили материал. Все, у меня ток-шоу. Извините, не могу. Простите, пожалуйста, а кто такой Антипов? С Лукьяновой работает. А можно мне его адрес? Я тогда ему флешку передам. Девушка, я сейчас дам. Подождите. Да не кричи ты так, маленький. Ну не плачь. Что мне с тобой делать? Баю-баюшка, господи, ну не кричи так, ну пожалуйста. Нет, я не могу сегодня встретиться. Я домашнее задание делаю. Да, очень много задали. Нет, какой плач? Это мама телевизор смотрит. Ну ничего себе звук. Твоя мама вроде нормально слышит. И она, кажется, вообще телевизор не смотрит. Да? Ну, или мне показалось? Ну, ладно. Я понял. Угу. В общем, тогда до завтра. Да. Ты что ты хочешь? Господи, неужели все так просто? Ой, представляешь, да. Ой, увлекательная история такая, надо же. А я тебе знаю, что хотела. Прошу, проходите, садитесь. Спасибо. Нам вас рекомендовали как суперпрофессионала. Ну что ж, это приятно. Видите ли, наша компания застраховала очень ценный груз, который нужно было доставить в Германию. Его перевозила фирма, с которой мы давно и продуктивно работаем, Альфа-Г. Но грузовик попал в аварию. Перед Питером на повороте он свалился в обрыв и взорвался. Погибшие? Да, погибли водитель и экспедитор. Понимаете, нам важно знать, была ли эта авария случайна или не случайна. Вы готовы нам в этом помочь? Ну, для начала мне нужно больше информации. Прошу вас, здесь вся информация. Угу. Здравствуйте. Флешку принесла. Господи. Да, Ириш, привет. Что случилось? Какой труп? Какого оператора? Опять? Хорошо, говори. Ты там руками ничего не трогала, я надеюсь. Молодец. Тогда вызывай полицию и диктуй адрес. Я еду. Аркадий Викторович, в чем дело? Почему вы уходите?
Я же уже здесь. Какие проблемы? У вас, Жанна, у вас проблемы. Я не хочу больше обслуживаться в вашей фирме. Что такое? Я полагал, что как давний клиент, я имею право и стоять в очереди, как все. Да, конечно. И вообще, вот этот ваш новый помощник, извините. Подождите минутку, не уходите, я прошу вас, я сейчас все решу. Вы мой самый любимый клиент, естественно, я обслужу вас вне очереди. Пойдемте, я все решу. Пойдемте. Что такое? Что случилось? Я не устаю. Я не могу с ним работать, я не могу. Я ему объясню. Я вас слушаю. Вы знаете, ничего просто не видели. Как не видели? Ну, я не знаю, что когда. Я вот только сейчас с работы иду. Я понял, да. Значит, вот объясните мне, во сколько вы выходите на работу? Давай, заканчивай лабораторию. Итак, зачем вы пришли на квартиру Антипова? Я должна была отдать флешку. Она попала ко мне по ошибке. Я пришла, а тут... Убийство. Так, что за флешка? Мне передала ее корреспондентка Лукьянова. Лукьянова? Где? При каких обстоятельствах? Вчера на свадьбе моей подруги. Абсолютно случайно. Приобщим к делу. Что на флешке? Там запись с показом. Можно ваш паспорт? Товарищ капитан? Да. Спасибо. Ну вот и нашлась ваша Лукьянова. Два билета на вечерний рейс на вчера в Болгарию на фамилию Лукьянова и Антипов. Так, интересно, где ваша пресловутая Анастасия? Улетела? Я не думаю, что она одна бы полетела. Я заходила сегодня утром на телеканал, на работе ее не было. Господи, ее надо скорее найти. Да не беспокойтесь. Угу. Найдем мы вашу корреспондентку, Ирину Сергеевну. Ну что, много еще? Да нет, все. Аркадий Викторович, я надеюсь, что между нами больше нет никаких недоразумений. Жанночка, я приду на следующей неделе. Буду очень вас ждать. Всего хорошего. До свидания. Борис, зайдите ко мне, пожалуйста, в кабинет. Жанна Эдуардовна, я вас слушаю. Нет, Борис, это я вас слушаю. Что вы себе позволяете в моем офисе? Почему мои постоянные клиенты обязаны ждать в общей очереди? Потому что они пришли позже остальных. Это вообще не аргумент, вообще не аргумент. Я просто пытаюсь перейти от хаоса к порядку. То есть вы хотите сказать, что у меня в офисе хаос? Вы знаете, я не могу подобрать иного слова. Еще, вы позволите? Да, пожалуйста. Я отметил одну странную особенность. Женщины и семейные пары записаны обычно на самое неудобное время, а на вечер оставлены места исключительно для мужчин. И что? Это вас вообще не касается, потому что мужчины, они, понимаете, они заняты, и они занятые, вот, и... И преимущественно холосты. Ах ты, мальчишка, что ты... Извините, уже можно? Пожалуйста, подождите, вас вызовут. Вы не боитесь растерять клиентов? Боюсь. Из-за вас. И вообще, пойдите разберитесь с моей очередью и выйдите из моего кабинета. Да, Катя. Алло. Жанка, привет. Звонила Ирке, она сейчас не может со мной встретиться. А мне нужна помощь. Ты же помнишь, у меня через 3 дня свекровь придет. Нужно подобрать наряд. У нас дома намечается раут. Поможешь, а? Катя, какой раут? У меня здесь такой аут. Понимаешь? А все это из-за молодого помощника. Больше никогда, никогда по просьбе своих знакомых не буду брать к себе на работу. Никогда. Минуту, пожалуйста! Да, Катя. Извини, не знала, что у тебя тоже аврал. Валя! Валечка, что случилось? Катя, ну, может быть, не нужно ставить мой любимый барабан на эту полку? Чем он тебе в комнате-то помешал? Он вносит дисгармонию. Дисгармонию? Ты знаешь, какая это ценная вещь? Она же принадлежит племени валов, которых всего 100 тысяч человек на всей планете. А ты – дисгармония. Ой, ладно, мы не будем ставить его на полку. Правда? Оставим?
и замаскируем его под табурет. Ты с ума сошла? А если на него кто-нибудь сядет, например, дядя? Ты, это плохо кончится. Для барабана. И для нас тоже. Борис, вы мне пытаетесь навязать свои методы работы? От хаоса к порядку, я повторюсь. А по-моему, хаос у вас в голове. Вообще, мне вас рекомендовали как краснодипломника, как лучшего ученика на курсе. А мне сказали, что у вас одна из лучших нотариальных контор в городе. А разве это не так? Вы знаете, мне кажется, что в солидном учреждении блат неприемлем, если речь идет не о деньгах, а о ваших личных пристрастиях. Это вы на что намекаете? Если вы считаете, что я предпочитаю... Нет. Мне совершенно нет дела до того, кого именно вы предпочитаете. Вообще, я могу вас уволить, если честно. И очень скоро об этом пожалеете. Интересно, почему? Потому что организация документооборота у вас весьма неудачная. Плохо. Плохо и с документацией, и с учетом, и с компьютеризацией. Знаете что? Вообще-то у меня запись. Я уже полчаса торчу в коридоре. Вы не могли бы свои личные проблемы с вашим молодым человеком решать где-нибудь в другом месте, не в рабочее время? Вообще-то это не мой молодой человек. Он слишком молод, чтобы быть моим молодым человеком. И вообще, проходите, пожалуйста. Уже зашла. Знаете что, Борис? Заберите документы и наведите там порядок в документации. Что у вас? Пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Ты, главное, не волнуйся, я все понял. Нет, не понял. Это дело непростое. Если оператор, выпускающий редактор умерли в один день, а журналистка исчезла, ну это же не совпадение. Допустим. Но при чем здесь ты? Ты же обещала не ввязываться в такие дела. Ничего я тебе не обещала. Хорошо. Но этим должна заниматься полиция. Я тебя очень прошу, не лезь туда. Я бы сам этим занялся, но у меня важное дело, срочное расследование. Кстати, мне должны были прийти материалы на почту. Можно мне на твоем компьютере посмотреть? Конечно. Да, действительно пришли. Видео с камер наблюдения. Ну вот посмотри, почему произошла такая авария. Дорога вроде бы несложная, скорость нормальная. Твое новое расследование? Ага. По заказу страховщиков. Два человека погибло, а груз... Наташа, кажется, пришла. Наташ, ну... С Женей. Нафига тебе эти дополнительные занятия? Тем более на каникулах. А жить когда? По воскресеньям. Классно. Ты мне не обманываешь? Ты еще чего? Правда, я в библиотеке была. Или дома с телевизором? Ну чего он так до нее докапывается? Извини. Женя! Мазень, как хорошо, что ты пришел. Здрасте. Я тебя давно хотела спросить. У меня тут ноутбук стал нагреваться и тарахтеть. Может, нужно вентилятор поменять, как считаешь? Ну, хотите, я могу взять домой, посмотреть. Там, если что, все отремонтирую, заменю. Спасибо. Хорошо. Ну, ладно, я тогда пойду. Да? Угу. Иди, конечно. Вот, ладно, до свидания. Пока, Наташа. Пока. Ну, как прошло? Слава богу, прошло. Устала ужасно. Иди мой руки и садись за стол. А Сергей? А Сергей уже уходит. У него новое расследование, надо много работать. Ну ладно. Обиделась? По дочке соскучилась. Ну как прошло, нормально? Нет, он орал полдня. Ну а ты думала, смотреть за детьми легко? Ну я думала, что с ними хоть как-то можно договориться. Мама, я так же орала. А с тобой это до сих пор случается. А еще я знаешь, что поняла? В ближайшее время тебе бабушкой стать не грозит. А я и не настаиваю.
А у тебя как день прошел? Лучше не спрашивай. Что опять случилось? Я нашла труп. Ну что, Люба, подбросить тебя до дому? Ой, спасибо, Жанна Эдуардовна, было бы здорово. До свидания, Жанна Эдуардовна. До свидания. До свидания. А этот наш, в смысле ваш, новый помощник, он такой стильный, харизматичный. Ну, стильный шел бы на подиум, это слишком умный. Вон из-за него до скольки провозились. Видите ли, документы у нас не в порядке. Ты бы слышала, как он со мной разговаривает. Ладно, пойдем в машину. Вы из полиции? Угу. Следователь Беляев. Что с Глебом? С Антиповым? К сожалению, убит. Мы пытаемся найти преступника. Меня тоже хотели убить. Я здесь не случайно, понимаете? Да, понимаю. И я, кажется, знаю, в чем дело. Скажите, кому вы успели передать флешку с записью показа репортажа Всеволода Вострикова? Ирине Снегирёвой. А она должна была передать Сванцову на свадьбе. Угу. Что-то случилось. Ничего. Спасибо вам большое. Вы поправляетесь. Не волнуйтесь. А убийцу Антипова мы обязательно отыщем. Маша, за мной быстрее. Скорее, да. Пульса нет. Работаем. Угу.